Какая именно? Ну вот смотри, вот эта дорога. Ну да. В парке, она как бы сделана для пешехода. Вот переход такой, то есть вот сюда вот. Да-да-да. А да, потом дальше куда? На трассу? Она наверх туда должна дальше идти, получается. Просто если мы выйдем вот так, с той стороны, мы вот так прямо пойдем. Понимаешь? Значит, что там дальше дорожка есть? Туда дорога... Мост идет вниз. Главное, чтобы нам надо было в ту сторону, а не в другой поворот. Так, идем в эту деревню. Пойдем посмотрим, какая разница. Подойдем. Там в любом случае спуск тоже есть. Так что пойдем. Красивые эти места у них тут. Какой-то островочек они здесь сделали, развязку. Непонятно. Так, вот это уже мне не нравится. Вон дорога туда выходит, пойдем. Можем вот так пойти. Все. Да. Чтобы мы правильно шли. Остальное. О. Так, друзья, пока буду выключаться в целях экономии батареи. Идем сейчас в дорогу, в деревню, испанскую деревню, где мы решили немного пожить. Посмотрите, как живут настоящие испанцы. Что пока все, смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.